Всем привет! Мы вернулись в Харьков, и мы едем по первому украинскому автобану Йовси. Мы вернулись в Украину, какой Харьков? Харьков мы еще не вернулись. Это первая дорога более-менее европейского образца, на которой можно валить 120 спидометров. Ну, как бы да. И которая особо без последствий для машины. Тут есть отбойничек, обратите внимание. И куча знаков, но они сейчас пропали. Мы как-то, как всегда, не вовремя начали писать видео. Знаки запишем еще раз, потому что знаки — это жесть, они один за другим. Но беда в том, что если она сейчас закончится, то будет дорога вообще полный пипец. 70 в одну и 70 в другую. И вообще без вариантов обхода. Ну, по крайней мере, пока нету фуры, меня это доставляет. Потому что без фур жизнь мила. А когда появляется фура, начинается адское зло. В Украине тепло. Мы ожидали, что прилетев с Египта, что будет холодновастенько, но в Украине тепленько, погода радует, не радует блокпосты. Вон, я вижу знаки, сейчас вы зацените всю мощь новой трассы Киев, Харьков-Довжанский, которая заканчивается почему-то в Киевской области. Но трасса есть, и за ней варто бороться, как так скажем. На часах 12 часов 12 минут. И сегодня Пасха, господа.